Приветствую вас, Екатерина. Первое, на что мне хочется обратить ваше внимание, это на то, что вы, судя по тому, что пишете свой вопрос, задаете в раздел эзотерики, потому что по характеру вашего вопроса они похожи больше именно на эзотерическую тематику, нежели чем психологическую. С точки зрения психологии, я думаю, что первое, на что нужно обратить ваше внимание, это то, для чего вам замужество, то есть почему вы вот настолько хотите замуж, условно говоря, что просите, значит, вот, на покров, да, значит, чтобы приснился будущий муж. То есть очевидно, что вы хотите замуж очень сильно, вот, то есть вы нуждаетесь в любимом человеке рядом, и с точки зрения психологии это нужно исследовать, потому что, ну, очевидно, что у вас есть определенные желания, очевидно, что у вас есть определенные потребности, которые вы пытаетесь реализовать, в том числе через вот, гипотетического мужа. И очевидно, что есть у вас, возможно, проблемы с самодостаточностью, вот, но это, опять же, не точно, да, то есть тут нужно исследовать этот момент. Вот. А дальше, значит, по поводу вашего сна. Я думаю, что вы, вот исходя из вашего сновидения, я думаю, что вы не хотите брать ответственность на себя. То есть она вам в тягость, ваша ответственность за свою жизнь. Вот, в отношениях вы хотите быть ребенком, вот. Возможно, вам хочется вернуться в детство, то есть вот у вас какое-то определенное такое беззаботство, да, оно ассоциируется именно с детством. Вот, и, соответственно, счастье ассоциируется с чем-то беззаботным, с чем-то детским и так далее. Вот. То есть, мне кажется, что вот этот момент тоже желательно бы поисследовать. Потому что это важно, да? То есть без личной ответственности за вашу жизнь, да, за вашу жизнь, значит, вам сложно будет построить отношения, вам тяжело будет это сделать, вот, и, как бы, не повзрослев, вы, возможно, будете притягивать к себе мужчин, а в большей степени родителей к себе, что, безусловно, будет вас тяготить, то есть это вас будет тяготить, вот, и, соответственно, чтобы этого не было, вам нужно здесь поработать над самодостаточностью и над, возможно, тем, чтобы быть более независимой, значит, в отношении с
людьми, с мужчинами, а сделать это вы сможете только в том случае, если разберетесь со своими желаниями. Что касается мужчины в паутинке, то здесь, я так полагаю, есть некая двойственность, то есть не совсем, конечно, понятно, что вы вкладываете в значение паутинки для себя. То есть, возможно, паутинка для вас означает, к примеру, паутинка для вас означает не свободу, возможно, паутинка означает для вас некий страх какой-то, может быть, возможно, есть что-то еще, чего я не знаю, но очевидно, что это тоже может влиять на вас и на ваше восприятие. Вот. Дальше, значит, вы пишете, так, я была безумно счастлива, также был еще один человек, которого я видела в лицо, он стоял возле паутинки, кого я видела в лицо, это моя первая любовь. Вы его вспоминаете, этого мужчину, который был вашей первой любовью? Паутинка здесь может означать, что он отошел уже на задний план, то есть стал для вас менее важен. Ну, может быть такое, да, может быть такой аспект. Вот, хотя, безусловно, тут нужны дополнительные беседы, чтобы понять, так это на самом деле или нет. Вот. Дальше. Мне до сих пор не дает покоя этот сон, кто именно из них на самом деле будет мой суженый. Здесь вы обращаетесь к судьбе, как какой-то такой, знаете, вот, предрасположенности, если вы обращаетесь к судьбе, как какой-то вот предрасположенности. Вот, с точки зрения, опять же, с точки зрения психологии, да, это позиция далеко не самая качественная, с точки зрения психологии, эта позиция далеко не самая конструктивная, вот, потому что значит, если мы говорим о предопределенности, то мы убираем ответственность. Мы убираем именно ответственность. Мы убираем именно вашу собственную ответственность за то, что вы делаете, за те решения, которые вы принимаете, ну и так далее. Вот. Поэтому здесь, соответственно, вот такой примерно момент. И опять же здесь смотрите, на передний план выступает то, что вы хотите, может быть, мечтаете, может быть, да, о суженом. То есть вы хотите суженого. Вы хотите замуж, вы хотите мужчину. И вот один из ключевых моментов заключается в том, чтобы понять, для чего он вам суженный, зачем он вам. Опять-таки, да, то есть вот с какой целью вы хотите, чтобы он у вас был, например. Вот этот момент мне кажется важным, потому что понятно, что снится вам, в общем-то, то, что вы хотите, понятно, что снится вам, в общем-то, то, в чем вы нуждаетесь, снится вам
то, что для вас важно. Сны, они, понятное дело, отражают ваши чувства, вот, но нужно исследовать какие-то чувства. При, насчет проведении психотерапии, если мы говорим о психотерапии, да, то это вполне можно будет реализовать. То есть вполне вам можно будет понять для себя, что вы чувствуете, вполне можно будет понять для себя, что вы хотите, вполне можно будет понять, о чем вы мечтаете. Вот, и все-таки стать менее ориентированной именно на супружество, да, и больше ориентированной на себя. Вот. Я думаю, вот примерно, вот так можно вам ответить на вопрос, на который, ну, который вы задаете. То есть я еще раз вам хотел бы сказать, что возможно вы обращаетесь не по адресу, возможно вы хотели задать свой вопрос в разделе эзотерики. Вот в таком случае вам имеет смысл обратиться туда, обратиться к этому виду специалистов. Вот, потому что мы психологи, мы вам, как бы, ответ, вот такой, тот, который вы хотите, но с точки зрения психологии мы вам не дадим. И либо вы для себя это поймете, примете, да, и подкорректируете, например, свой вопрос. И именно с позиции психологии, то есть дополните его с позиции психологии. Либо вы попросите модераторов перенести ваш вопрос в раздел эзотерики. Вот. С точки зрения, еще раз повторю, с точки зрения психотерапии необходимо понять, для чего вам, собственно говоря, замужество. Почему вы нуждаетесь в замужестве? Почему вы хотите замуж? Почему вы вот на покров день просите, чтобы вам приснился ваш муж и так далее? То есть мне кажется, что это те моменты, на которые вам нужно поискать ответ, вот, по крайней мере, с точки зрения психотерапии, по крайней мере. Вот, вот так, я думаю, можно вам ответить. На этом все, надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.